иду на Казанский вокзал. Какие-то сооружения правительственные, какие-то министерства. Это метро «Красные ворота». Высотка на «Красных воротах», вот она. Мы идем на Казанский вокзал. Дорога широкая, пустая. Необычно для Москвы, сегодня суббота. Какое-то административное здание, походу, по-любому. Ягуарчик стоит. Вот бизнес-центр. Построен такой в стиле сталинки. До Казанского вокзала километр с чем-то. Вот решил дорогу заснять. Запись ведем 1080p на Canon PowerShot 220. Хорошо снимает для своих лет. Мерседес. В ту сторону центр. Я сегодня с пакетом, мне неудобно будет снимать, фотографировать, поэтому я сначала домой все завезу. Вещи, а потом уже завтра, либо сегодня уже поедем фотографировать. Шпиль от сталинки. Вот это сделано тоже. Типа в таком же духе, а-ля американский небоскреб. Здесь я купил у девушки Nikon 1J1 сегодня. На этом месте встречались. И, наверное, я сделаю небольшой обзор на Nikon 1J1. Это беззеркальная камера от Nikon. Компактная, но тяжелая. Но этот вес приятный. Так это все выглядит. Довольно-таки красиво. Ну, Матис поехал. Ну, вообще похую. Вот. Nikon 1J1. Это со съемным объективом. У меня китовым 10-30. Ну, эквивалент, я думаю, средний. 18-55. Трехкратный зум. Ну, я включил, проверил. Все работает. Вон там. Ленинградский вокзал. Сдали. Вон оно. Снимает, рукой трясется. Но стабилизатор хороший у них. Съездить на Москву-Сити, но у Nikon 1J1 оказалась большая коробка, и неудобно мне с ней таскаться. Поэтому надо отвезти домой. Еще одна сталинская высотка. Дальше площадь трех вокзалов. И три станции метро. Бизнес-центр.
сегодня хорошая погода, жаркая. Ну, такая приятная. Жара приятная. Не так, чтобы потом обливаясь. Ну, хорошие, теплые дни, остатки августа. Бизнес-центр. Все к одному относится. Неудобно снимать одной рукой. Рука затекает, плечо. Несмотря на маленький вид, размер, все равно держать не очень удобно. Приблизим. Красиво. Трамвайчики. Вокзалы, метро, РЖД. И великолепные сталинские высотки в Москве. Приехать на электричке, ходить не спускаясь в метро, также 32 рубля заплатить. Не знаю, честно говоря, что это за здание, никогда с ним не сталкивался. По-любому какие-то государственные органы здесь сидят. Флаг России должен быть где-то, а вон он там. Вот это сталинский небоскреб. В районе 70 метров, я думаю, будет. Сейчас перейдем дорогу и мы уже на Казанском вокзале. Куда он едет? Проебал поворот, наверное. Да, точно проебал. Почта России, паровоз и сталинская высотка. Карточку дадим. Девочки всякие. Ходят молодые. Вон Казанский вокзал. Там я сяду на электричку. Съезжу домой. Сталинская высотка.
шикарный вид у ней. Я не знаю, в каких годах строили, но вид у нее замечательный. Таким макаром. Там еще два вокзала. А мне на Казанский. Все, до встречи.